С наступающим! Или Новым годом! Смотрите сами. Три богатыря и конь на троне. Год 2021. Как же я обожаю эту серию мультфильмов про трех богатырей. Ну, это просто сказка какая-то для всей семьи. Это Great Review, великий обзор. И что может быть лучше, чем пойти в Новый год и оторваться по полной? Пойти в Новый год в кинотеатр, конечно же, оторваться по полной программе. Режиссер Дарина Шмидц, Константин Феоктисов, подарили нам прекрасное чудо. Сказать, что сюжет уже избитый, они не знают, что снимать, да нет, вроде бы получилось довольно-таки смешно, интересно и как обычно в своем формате. Спасибо актерам, которые озвучивали этот мультфильм: Олег Гулькович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быков-Скармашев, Сергей Маковецкий и другие. Премьера состоялась вот-вот, 30 декабря уже, в час 31, бесподобие рисованное чудо. Вот что-то ж у нас есть хорошее, вот что-то ж умеют делать. Не то что эти простоквашины, а? 8 баллов? Да, 8 баллов. Почему бы и нет? Как всегда, конь Юлий вляпался в историю, а заодно и князю удружил. Они случайно поменялись телами. Где-то я это уже видел, где-то я это уже слышал, ну ладно. Но без помощи старой знакомой, бабу и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может. Отечество в опасности. И как всегда, за дело берутся три богатыря. Три отважных дядьки. Посмотрите это великолепие. С удовольствием. Настроение новогоднее. Год 2021. Что тут говорить? Уходящий. Ну что, за мандаринками, путь и в кино. Лайки, подписываемся и welcome back.